Добро пожаловать в мир возможностей и открытий, где наша программа «Вакантное место» на телеканале «Самара ГИС» поможет вам найти свою идеальную профессию. Сегодня мы расскажем о вакансиях в парках Самары, в Федеральной налоговой службе и в сфере образования. Продолжаем делиться лайфхаками по созданию правильного резюме, но обо всем расскажем по порядку. Для работы в парках и скверах крупное муниципальное предприятие, занимающееся благоустройством общественных пространств и организацией досуга жителей и гостей города, примет штат трактористов с опытом работы на колесных тракторах и водителей категории «Б». Ознакомиться с требованиями можно, позвонив по телефону 8 846 332 70 22. Это интересная, это ответственная работа, это красивейшие рабочие места, это дружный коллектив. И, возможно, именно вас нам не хватает для того, чтобы сделать этот город чище, лучше и круче. Новый корпус детского сада номер 332 приглашает на работу повара. Обязательно наличие профильного образования и медицинской книжки. Если вы любите детей и умеете вкусно готовить, то скорее звоните по телефону 8 846 953 27 25. Практически все взрослые помнят свои любимые блюда из детства. Я работаю поваром в новом детском саду. Приглашаю поваров к нам на работу. Редакция сайта телеканала «Самара ГИС» ищет журналиста в интернет-отдел. Паблики нашего медиахолдинга удерживают лидирующие позиции в рейтингах сообществ российских телекомпаний. Мы знаем, как увлечь аудиторию. Наши новости заметны широкому кругу читателей, ведь мы регулярно залетаем в топы отечественных поисковых систем. Узнать подробности о вакансиях и требованиях к кандидатам можно по телефону 8 846 201 02 16. На нашем сайте трудится молодая, амбициозная и сильная команда профессионалов. Если вы мечтаете стать журналистом, то мы ищем именно вас. Приходите к нам работать и не бойтесь, что вы чего-то не умеете. Мы всему вас обучим и обязательно вас поддержим. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 23 по Самарской области проводит поиск кандидатов на вакантную должность в сфере взыскания задолженностей с физических лиц. Организация ищет инициативных, ответственных и обучаемых специалистов, готовых работать в команде и развиваться на государственной гражданской службе. Если вы имеете высшее образование, активны, легко обучаемы и готовы к выполнению интересных и не всегда простых задач, то скорее звоните по телефонам 8 846 250 80 61 с добавочным номером 3848 или по телефону 8 846 250 80 61 с добавочным номером 3811. Ищешь стабильную зарплату с возможностью карьерного роста? Тогда тебе именно к нам. Присоединяйся к нашей команде. Внесем наш вклад в развитие региона вместе. Мы продолжаем обсуждать, что обязательно нужно указывать в резюме и на что работодатель обращает внимание в первую очередь. Узнаем об этом у нашего постоянного эксперта в сфере HR Марии Ампилоговой. Посмотрите, указано ли в вашем резюме то обучение, которое вы проходили за последние 5-7 лет. Это очень важно для работодателя видеть, что кандидат хочет и может профессионально развиваться. Обязательно проверьте резюме на наличие ошибок. Дайте вычитать резюме кому-то из ваших знакомых. И раздел «Обо мне», который обычно заполняют информацией о хобби или перечнем личностных качеств, посмотрите, чтобы он был написан живым, понятным языком. Не используйте фразы типа «стрессоустойчивость», «коммуникабельность» и прочее. Работодатели этого очень не любят. Пусть ваши усилия в поиске работы будут вознаграждены. Не забывайте следить за выпусками программы «Вакантное место». Помните, что работа – это не просто обязанность, но и путь к развитию и самореализации. Как сказал известный писатель Антуан де Сент-Экзюпери, труд – это основа человеческого счастья. Удачи вам в поисках! Пусть каждый шаг приближает вас к вашей заветной цели.